Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ну что, ребятки, наконец-то мои руки добрались до этого обновления. Тем более, это связано с дальнобойщиками, и я обязан об этом записать видео. Да, возможно, последний, возможно, вы уже знаете про эту систему, вы видели, но я попытаюсь все равно сделать для вас интересный ролик, классный, поэтому смотрите, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Сегодня я вам покажу новые нелегальные грузы, которые добавили в обновление. Посмотрим, что сколько стоит, как это делается и сколько можно заработать. Ну а я еще что, ребятки, играю на проекте Amazing RP на втором сервачке, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Промокод Полканов можно вводить на любом серваке до 5 уровня, за него вы получите 300 тысяч рублей. Я могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, видосик будет довольно-таки интересный. Поэтому присаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, погнали! Ну что ж, ребятки, первым делом я, конечно же, взял свою фуру, потому что нам нужно будет везти именно прицеп. На газоне вы этот груз отвезти не сможете. Вы можете либо использовать свой тягач, это Magnum, Renault, либо Volvo. Но если у вас уже нету фуры, то вы можете просто пойти на базу дальнобойщиков и ее арендовать. Я думаю, давайте заедем, возьмем бронежилет, потому что все-таки это нелегальный груз, и, возможно, за мной будет погоня, поэтому это исключать не надо. Лучше немножко перестраховаться. Как бы бронежилет, я думаю, мне не помешает. Все-таки бронежилет такая штука, которая может пригодиться. Реально, я сейчас куплю на себя сразу бронежилет, наверное, одену. Давайте теперь отметим, где находится сам барыга, у которого нужно брать заказы. То есть вы пишете команду Set Job, это обычная команда для работы, и здесь есть найти барыгу Серега. Именно он нам будет давать контракты. Я, если честно, эти контракты еще не возил. На самом деле, они очень редко спавнятся, прям очень редко. Я вот в первый день видел, спавнилось там 3 контракта, и там было очень много просто людей. Я ничего не словил. Я пытался, но ничего не словил. Но сегодня я вот записываю для вас отдельное видео, в котором все уже подробно расскажу, покажу, и мы попробуем данную систему. Давайте сейчас к нему поедем, я вам вообще покажу, что он из себя представляет, почитаем информацию и уже, скорее всего, будем заказывать что-то. Потому что, я думаю, заказов пока что нету, я могу сам заказать от своей семьи. Потому что я думал, там, знаете, будут заказы, словлю, там, запишу видео, но за то время, когда я играл, вообще заказов не было. То есть вот у нас барыга Серега, мы к нему подходим, смотрим список контрактов. То есть контрактов нету, редко кто заказывает, потому что это не особо выгодно именно тем, кто заказывает. Мы на самом деле купили улучшение просто для того, чтобы я записал видео. Чтобы вы понимали, просто мы потратили 450 ваучеров, что я бы просто взял и для вас записал видео. Поэтому я думаю, за это можно поставить лайк и подписаться на канал. Смотрите, короче, заходим в ваучеры, потом обменник ваучеров, и здесь есть улучшение. И здесь называется улучшение тяжелый груз. Это именно то улучшение, которое позволит вам заниматься вот таким вот делом. Дальнобойщики и так неплохо зарабатывают, но они для них добавили тоже вот такой вот прикол. Честно, я не буду здесь что-то там подробно читать. Первое, что вам нужно знать, то что контракты можно ловить с 30-го скилла дальнобойщика. Нелегальный контракт отличается тем, то что вас могут остановить сотрудники ДПС, после чего эвакуировать ваш груз или посадить вас тюрьму. На контракт вам выделяется ровно 1 час. Отменить контракт нельзя, так как вы согласились на условия заказчика. А сколько вы получаете, ребятки? Вы получаете 40% от стоимости самого контракта, понимаете? Итак, заказывать данные грузы могут либо мафии, либо ОПГ, я так понимаю, ну, либо семьи, у которых есть улучшение тяжелый груз. Теперь давайте я вам покажу, что из себя вообще представляет эта панель. Вот, управление контрактами дальнобойщиков. Мы сюда заходим, что мы можем сделать? Создать контракт, мой контракт, текущий курс контрактов. То, сколько стоит, то есть патроны вот 100 рублей за штуку, материалы 200 рублей, зеленый чай 600, мятная пудра 750, веревки 9500 и аптечки 9000. Я, скорее всего, буду заказывать материалы, потому что все остальное заказывать невыгодно. Хоть у нас с вами там больше 100 тысяч материалов, но чтобы не особо уйти в минус, я закажу именно материалы. Также здесь мы можем посмотреть историю заказов,
пока что у нас ее нету, потому что мы ничего не заказывали. Ну что ж, я предлагаю сразу сделать заказ на материалы. И здесь максимум можно 5000 единиц. Введите количество, которое вы хотите. Давайте введем максимальное, чтобы посмотреть, сколько мы можем заработать. Так, отменить контракт, согласиться. Вы можете застраховать свой груз. Давайте застрахуем. Так, все, мы, вот наш контракт, ребятки. Перевозка груза, материалы 5000 единиц. Стоимость всего контракта 1 миллион. Залог за перевозку 200 тысяч. Все, отправляем контракт. И сейчас давайте мы его словим. Так, список контрактов, вот он. Все, я успешно его забрал, короче. То есть, в любом случае, я это делаю чисто ради ролика. У нас склад и так хороший, как бы. Нам, по факту, это ничего не нужно. Кстати, о том, то, что я сделал заказ, пишется в чат дальнобойщиков. То есть, если вдруг кто-то сделает заказ, то вы, в принципе, это увидите. Так, вот, пацаны, я зашел через меню Фомы. То есть, информация о перевозчике. Водитель Кирюха Полканов. То есть, вам об этом пишется. Только я, блядь, не посмотрел, сколько я заработаю. То есть, я почему-то, ну, просто быстро взял, потому что, мало ли, кто-то просто приедет. Теперь нам нужно направляться, получается, на склад. Там есть Матвей, который нам даст уже груз. И этот прицеп, соответственно, мы должны будем отвезти туда, где сделали заказ. То есть, мне придется вести прицеп на свою семью. Я надеюсь, то, что мусоров не будет, потому что, ну, я к этому не готов, тем более я с лаунчера, я с графикой, и стреляться будет крайне тяжело. Вот, получается, Матвей, который нам сейчас даст прицеп. Но мне интересно, этот прицеп можно спиздить или нет? Купить липовую накладную мы можем. Ну, я не знаю, есть ли смысл, как бы я не буду ее покупать, я не думаю, то, что у меня будут мусора останавливать. Так, все, я получил груз, теперь нам нужно его, получается, отвезти. Мне просто интересно, сколько денег я получу, потому что я этого вообще не понял. Самое крутое, считаю, то, что вы можете и сами заказать, и сами привезти себе, понимаете? Это очень круто, потому что я боялся то, что я не смогу это сделать. Ну а так я еду просто вообще, не привлекая внимания, как будто я взял рейс, знаете, склад Южный или склад Бусаева. Просто еду себе спокойно, никого не трогаю. То есть все реально шикарно, пацаны. Просто самое интересное, сколько я заработаю. Я не посмотрел, я просто фасиком подобрал, все. Там получается заказ был на 1 миллион, по-моему, 200 тысяч. Я должен получить от этого 40%. Вот у нас находится меточка прямо на особняке. Вроде как никого нету, потому что, прикиньте, соблава просто, блядь. Сейчас вы убегают ФСБ, ППС, ДПС, просто меня, блядь, сейчас пакуют, понимаете? И теперь что нам нужно сделать? Мы, получается, пишем команду /job и нажимаем просто сдать груз. Все, у нас появляется вот такая вот табличка сбоку, происходит разгрузка. Бля, ну это долго, реально. Это долго, я надеюсь, то, что об этом не пишется, там, полиции. Ну что, ребятки, уже почти 100%, то есть занимает это где-то, ну, 2 минуты, может, 3 максимум. Достал нелегальный груз, то есть я еще и ваучеры заработал, пацаны. На ваш склад поступил ресурс материалы в количестве 5000 единиц. То есть за этот груз я заработал 500 тысяч рублей. Да, это очень выгодно для того, кто привозит груз. Этих заказов просто нету, понимаете? Они очень редко появляются, то есть никто их не заказывает. Да, они сделали такую систему, но люди на этом не зарабатывают. Это как бы не как ограбление. Ладно, там ограбление, они спамятся там каждые 3 часа. То есть это системно сделано. А здесь надо ждать, чтобы кто-то заказал. Но ни ОПГ, ни мафия там, ни фамы этого не делают, потому что, ну, им это не особо выгодно. Да, возможно, кто-то заказывает, но это происходит, ебать, очень редко, как бы, и они могут делать так же самое, как и я. Просто заказать, словить самому и привезти. Поэтому я считаю, то, что это немножко недоработано. Я, ребятки, решил, короче, сделать еще один заказ, потому что, ну, еще раз попробовать, посмотрим, есть ли там разница. То есть я, допустим, заработал там 500 тысяч, это я заказал материалы. А сейчас я хочу заказать именно патроны. А, давайте прописываю команду F-меню, еще раз показываю, пацаны, как это делается, как заказывать. А, создать, о, кстати, есть история заказов, пацаны. Так, сколько мы заработали, но здесь пишется, короче, подробная информация, то есть кто заказал, скорее сюда, перевозчик или заказчика нету. А нет, вот, представитель, организатор, вот, Кирюха Полканов, то есть пишется, и заказчик пишется, кто как бы заказал и кто перевозил, то есть тоже пишется. Ну что ж, давайте закажем, я думаю, патрончики. А, здесь, кстати, можно 7000 патронов заказать. Давайте 7000 заказываем. Хули ебать, мы что, слабые, чи шо? Так, вы можете страховать свой груз. Давайте страховочку, я думаю, возьмем. Так, стоимость всего контракта 900 тысяч. Залог от перевозчика. То есть я должен буду в залог дать им 146 тысяч. Заказ мы сделали, список контрактов.
Так, мы, короче, сколько можем заработать? 390 тысяч. Ну, я считаю, неплохо. Все, берем контракт, у нас списывается 150 тысяч. Все, снова отправляемся на склад, берем прицепик и отправляемся к нашему особняку. Просто было бы реально интересно повозить чужие именно заказы, потому что, ну, свое как бы не так интересно, а так ты чисто летишь, ебать, залетаешь такой, опа, идите сюда, ебать, словил и заработал бабок. А так как бы, ну, я по факту не зарабатываю, потому что, ну, я это сам делаю. Я сам делаю эти заказы, понимаете? Поэтому это не так интересно, но, к сожалению, ребята, заказов просто нету. Просто нету, и их добавляют как бы очень редко. То есть сделали бы все какие-то системные заказы, знаете, чтобы были как бы и такие заказы, и такие, чтобы был шанс зарабатывать, понимаете? Сделали бы как на ограблениях, то что вы приезжаете там определенное время и спамнится, допустим, там от 1 до 5 контрактов, ебать, и вы ловите. Вот так было бы охуенно, реально. Пожалуйста, разработчики, если вы вдруг меня смотрите, подумайте над этим, сделайте, пожалуйста. Потому что тогда ждать, пока кто-то закажет, это полная хуйня. Возможно, там на других серверах с этим немножко получше, но именно на втором серваке вообще заказов просто нету. Снова подходим к нашему Матвейчику, который нам сейчас даст прицепик. Блин, очень кайфово то, что я именно на своей фуре, потому что, ну, это прикольно. То есть на аренде было бы не то, и на аренде, конечно, вы будете ехать дольше. А если у вас там магнум третий чип нитро, у меня, правда, второй чип нитро, но, в принципе, тоже неплохо. Блять, я груз потерял! Ебаный в рот! Пацаны, прикиньте, тупо груз улетел. Так, я могу подцепить командой груз, давайте попробуем. Да, могу, то есть это считается как обычный прицеп, поэтому все отлично, пацаны. Просто я немножко в повороте вписался, просто, ебать, прицеп тю-тю улетел. Ну, нам осталось немножко ехать уже. Возможно, это такое себе, то, что я сам себе вожу, но, пацаны, по-другому я бы не смог вам показать эту систему. То есть я вожу не из-за того, что нам нужно, а из-за того, что мне нужно вам показать, как бы, как это работает, сколько там можно заработать и так далее. То есть теперь вы знаете, сколько можно заработать, если закажут, допустим, фулл склад патронов. Так, давайте сейчас аккуратненько так встанем, перекроем просто весь двор, /job и обратно нажимаем сдать груз. Короче, ребятки, все. Я как бы сдал, патроны я привез, деньги я получил. А не, подожди, нихуя не понял. А, ебать, я понял, короче. Деньги списывались не с Фомы, ребятки. Деньги списывались у меня с рук. Потому что у меня было, блядь, почти 3 миллиона, осталось 900 тысяч. Вот это я вообще молодец, сам себя наебал. Оказывается, деньги снимались с рук. То есть я заказывал, я еще при этом деньги тратил, понимаете? Ну что ж, ребятки, я предлагаю на этом заканчивать, я вам подробно все рассказал, показал. Да, прикольная тема, но недоработанная, считаю, потому что этих контрактов просто нету, и нету возможности нормально на этом зарабатывать. Если сделают как на ограблениях, реально будет очень классная тема, и я думаю, то, что многие этим будут пользоваться. Все ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Да, я самый последний, кто записал об этом видео, скорее всего, но, пацаны, лучше поздно, чем никогда. Всех обнял, приподнял, всем пока. Пока-пока.